have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Ладушки, ежедневные мини-метро, я бы хотел сказать, но нет, это оно еженедельное. В Одесса Бэба мы с вами были, в принципе, я же говорю, предлагаю сейчас идти потихоньку играть дальше. Оно жалко, что не зажимается, и мышки прокручивать тоже не очень удобно. Короче, когда под конец играешь, уже прям палец стирается. Хотя нет, Одесса Бэба, хотя... Посмотрим сейчас, что у нас творится в Мумбаи, а потом уже, исходя из этого, что мне кажется, у нас Адис-Абеба и Дейлик, и следующий город. Это, по-моему, такое редкое сочетание, у нас не было такого. Сейчас мы посмотрим, как оно пойдет. Что у нас тут, тоннели, мосты? Мосты. Мост у нас остался один. У нас сразу три вагона. Почему? Что не так? Они перевозят по 4 пассажира? Потому нам сразу вагонов накидали. Что даже с вагоном у них будет по 6 человек, в отличие... по 6 человек, по 8 человек. В отличие от простых локомотивов, которые по 6 забирают... Блин. Ну ладно, я не помню, сколько нам нужно. Там, то ли 400, то ли 500. Пытаемся набрать эту циферку. Фух. Мини, который метро. Заканчивается потихонечку. Я уже начинаю по нему немножко скучать. Я-то, конечно, буду продолжать в него играть как минимум на телефоне, потому что это офигенный таймкиллер. Вот, но, как бы, чтобы вы понимали, на прохождение это никак не влияет. Все, что я играю на телефоне, я играю только в те города, в которых мы с вами уже были в прохождении, и в которых мы уже все видели. Ничего нового, никакого нового контента я не трогаю, пока не приду сюда, поэтому, так скажем, мы с вами всегда вместе смотрим на новый контент. Как по мне, это правильно, будем так делать. Хорошо. У нас немножечко... А что я экономлю? Вот зачем я экономлю? На тебе один. На тебе один. И на тебе один. Все. Проблема решена. Так будет проще. Вторая неделя. Локомотивчик и мост. Да, потому что здесь... Очень много чего находится на воде, здесь просто трындец, лучше сразу перестраховаться. Но, блин, ну дальнейшие-то локомотивчики дают без вагончика уже. Ну, блин, я хочу комплект, я хочу, чтобы красиво было, так что... Я бы хотел, на самом деле, чтобы... Ну, я понимаю, что игре уже сколько там, 13-14 лет, но чтобы они немножечко пересмотрели и сделали бы такую фишку, что... ну, ты получаешь гарантированный локомотив и две каких-то плюшки, потому что... Зачастую или недостаточно, или выбор неправильный. Собственно, из-за этого и проигрываем. В тех же самых мини-моторах, если ты проигрываешь, потому что игра становится слишком интенсивной, даже малейшая ошибка моментально стоит тебе проигрыша, то здесь же ты проигрываешь зачастую из-за дикого рандома, потому что игра тебе не подкинула то, что тебе нужно было вовремя, но и ты накрылся, и все. Это печально. Ну, кстати, вон... Засели круглые станции сверху. Опять. Блин, ну, как бы это уже классика, да? Треугольник. Пусть треугольник будет конечный здесь. Как мы эту ветку назовем? Бирюзовая? Бирюзовая, оранжевая и розовая, да? Хорошо. Бирюзовая, оранжевая, розовая. Квадрат он заберет на обратном пути с розовой. Так, у нас тут продолжается. Нам надо будет, наверное, брать еще одну ветку, чтобы по правобережью ее пустить. Когда правобережье станет слишком широкодоступным.
Блин, розовый, по-моему, слишком запускает. Здрасте. Забор, блин, покрасьте. Ладно, он, по-моему, всех оттуда вывез, но мне не нравится, как он это все делает. А, и в ашпе. Вот так вот сделаем. Локомотив, да, и... Еще одна линия, да. Еще одну линию мы пустим вот пока что вот так вот. Блин, ну прям вот нет, некрасиво. Видите, мне тут нужен был дополнительная линия, дополнительный локомотив. Оранжевый просто слишком далеко ему ездить. Мне кажется, ему это... Ну, блин. И розовый начинает не вывозить. Треугольная станция здесь в конце. Хорошо. Ни разу не хорошо вообще. Но допустимо. У нас пока что квадрат является уникальной станцией, и вот этот кусочек пиццы тоже уникальная станция, но пока что вроде как... Кто меня за клюв тянул? Вот кто потянул меня за клюв сказать, что у нас мало уникальных станций? Прощелкал, блин, клювом на все 254%, ладно. То, что на... Это не... Я не могу назвать это фиолетовой веткой, у меня язык не поворачивается. Ну, короче, ладно, пусть это будет фиолетовая ветка. На фиолетовой ветке у нас нету доступа к уникальным станциям, это не проблема. Оно будет помогать развозить типа, чисто круглые и треугольные. А квадратные и уникальные будет вывозить оранжевый. Блин, а может сделать... Оно будет снимать... Вот фиолетовая вот эта ветка, она, по сути, просто снимает напряжение с правобережья для того, чтобы лишние там всякие круглые треугольные не забивали мне поезда. Берем локомотив. Два вагона! Спасибо тебе огромное, игра! На тебе один вагон. И... На тебе один вагон, дружище. Еще... Одного человека пускаем по оранжевой ветке. Человека. Скорее забирай. Блин, чувак, пока ты доедешь, что-то кочурится все, ты чё? А он забитый туда едет, он ни хрена не заберет. Забирай всех. Так. Видите, и тут бардак сразу с этими. У зеленого надо забрать еще один вагончик, к сожалению. Там сейчас будет бардак, конечно, но по крайней мере вот этот может успеть доехать. Да скорее это едет. Охренеть! Едь, дружище, быстрее, тут забрать надо, ну. Не-не-не, мы так даже 4 сотни не довезем, вы что делаете? Этот треугольников забери, походу, и отвези их туда. По крайней мере, это будет разгрузка хоть какая-то. Скорее едь!
Шевели колесами. Да ну как-то прям стрёмненько. Я понимаю, что это уже последний уровень, что должно ж быть сложно же. Но что-то как-то... Так, пятая неделя. Два вагона! Так. Раньше мы даем еще один вагон. Сюда этому добавляем еще один локомотив. По два, по три вагона. Ну, потому что они маленькие, бесполезненькие. Они не вывозят ни хренища. Вот он стоит просто на станции, ждет, пока этот отъедет. Ну, ты серьезно? Стоит, время теряет. Там, ну, твою за ногу. Пожары. Ладно, 400 мы отвезли. Я не помню, кстати, по-моему, ачивка вылезла, не вылезла. Я настолько был в панике, что я не успел посмотреть. По идее, оранжевый сейчас заберет справа вон ту станцию горящую. Вообще ни разу не фан. Там две станции горящие, кстати. Вот, треугольников, по идее, должен фиолетовый вывозить. У меня на фиолетовом только один локомотив, я понимаю. Но я же говорю, что, по идее, треугольников должен вывозить фиолетовый. Этот не должен тащить с собой треугольников. Он должен забирать квадраты и уникальные станции. Ну, оранжевый справа, который... 500 пассажиров в Мумбаи развезено. Хорошо. Вот, значит, нам нужно было 500. Потому что ачивку дают за продвижение дальше. Превратилась в звездочку идеально просто. Хорошо, раз мы прошли, очень нервно, очень напряженно, но раз мы прошли, начинаем потихонечку просто созерцать, что здесь происходит. Блин, жалко, нету каких-то там, знаете, апгрейдов на скорость движения. Ну, то есть шинкансены, но их там в двух-трех городах они предусмотрены, их дико не хватает. Локомотив и два вагона, конечно же. Да поставь ты чертов вагон. Я не туда поставил. На фиолетовый еще один. На розовые у нас везде по три вагончика. Мы потом, если что, с них перекинем. Двигайтесь, блин, пошустрее, что ли. Как-то, ну... Тут еще начинают раньше станции гореть. Они просто быстрее заполняются и... Вот он забрал и просто... Ну, оно сейчас догорит. Ну, чувак, ну, что ты делаешь? Забери оттуда... Не, мы не успеем, оно сейчас лопнет. Потому что оно проедет мимо, все, станция... Они очень быстро заполняются и очень быстро перегорают. А в менюшку? Не-не-не. Мы проиграли, да, но... Да, Дисабеба у нас уже сыгран. Как, кстати, и Лагос, и... У нас остался Оукленд. Аддис-Абеба у нас сыгран. 760, Лагос 800. Поехали в Оукленд, ребят. Поехали, сделаем последний город, в котором мы не были. Мне очень хочется туда сходить. Это последняя, получается, карта, доступная здесь. Что... Здесь просто два локомотива. А, и три тоннеля. Хорошо. Тут... Будет просто трындец. Посмотрите, если в этом масштабе у нас уже все вокруг завалено всем чем угодно, то потом здесь будет... Ну, по крайней мере, здесь локомотивы, которые забирают... Не трамвай, а локомотивы, которые забирают по 6 человек. Я понимаю, что это вообще ни разу не показатель, потому что, скорее всего, оно же все просчитано игрой, и вся вот эта нагрузка на локомотивы, и все. Поэтому, ну, как бы... Как бы, ну, ну, вот, да. Вы понимаете. А вот, однако... Сорян. Однако, да, это все-таки визуально смотрится немножечко получше, когда
ты понимаешь, что вот оно может больше увести. С другой стороны, прошлая катка у нас, по-моему, была единственная катка, в которой у нас каталась куча просто этих локомотивчиков, ну, трамвайчиков, по два, по три вагона, это все, это не очень сильно помогало, но выглядело эффектно. Давайте, может быть, пустим сразу второго ему навстречу. Как там в школьных задачах было, что с точки А в точку Б выехал один этот локомотив, с точки Б в точку А другой локомотив со скоростью такой-то, такой-то, когда они встретятся? Никогда, потому что не судьба. Ну вот, вот то же самое здесь. Не судьба им встретиться. Так, теперь мы открываем третью ветку, которая пойдет через вот так. Почему? Не спрашивайте. Но так он сможет раскидывать по всем станциям. Тут приятные такие, кстати, насыщенные цвета. Такой насыщенный красный, насыщенный голубой. На них прям приятно смотреть. Иногда бывает, что цвета такие немножечко подвыцветшие. А здесь прям хорошо. Я без локомотива не могу пустить третью линию. Да, мне здесь дадут один локомотив и дадут, наверное... Посмотрим. Вагон. Вагон, кстати, придется брать, потому что... Потому что гладиолус, сами понимаете. Мне нужно, чтобы он отсюда забирал, поэтому придется... Если под крайней правой голубой станцией внизу появится еще одна станция, то потом можно будет немножечко... Вот там, но только еще ниже. Вот прям вот там, где вы поставили, только еще ниже. Ее варик сделать? Без... Нет, не варик. Одноразово забрал оттуда людей и уехал. Читы. А, ладно. Да ты шо? Придется вот так делать. И придется сюда ставить второй локомоку. Красную мы бы поставили вот так. Придется все перекраивать максимально. Потому что то, как она стояла сейчас, меня никак не устраивало, к сожалению. И сюда мне нужна треугольная станция, чтобы ему было куда загружать. Потому что иначе он заманается вывозить их аж до сюда в треугольную станцию. Игра, можешь, пожалуйста, торжественно с разбегу пойти нафиг. Локомотив, да. Два тоннеля, да, мне чертовски нужен вагон, но я не могу его себе позволить, потому что мне придется... Угу. Так, сейчас посмотрим, где мне нужен будет второй локомотив. Туда мы и попробуем помочь. Но пока что вроде как справляется. На голубой линии огромная нагрузка, но там с вагончиком. Понимаете, с вагончиком. Так что они, по идее, тоже должны быть в пучком. И там два локомотива ездят. Так что, опять же, из всех голубая самая загруженная, но с самыми большими способностями для перевозок. Поэтому... А где он высадит овальных? Сейчас посмотрим.
А я могу еще один тоннель пока потратить пока что? Нет, мне не надо. Я сделаю вот так. Все равно треугольная станция. Да, 4 крупных. Треугольная станция относительно недалеко находится. Сюда можно приехать и скинуть нахлебников. Слушайте, это, по-моему, первая игра, где мне не надо достигать какой-то страшной цифры, чтобы выиграть. На самом деле, 400-500, они не совсем страшные, но все-таки вот эти вот китайские катки и в Индии, они были очень напряжные. Там прям горело-горело. Тут тоже, кстати, не особо легко проходит, если что. Вот видите, его треугольниками забивает, и он ничего с этим сделать не может. Он оттуда забрал одного человека. Одного. Это сейчас заберет еще 5, да. Да чтоб тебя. Без моста. Без моста. Локомотив и вагон. Значит, красный сюда не едет. Если он идет туннелем, то он сюда не едет. Мне это не надо. На красную второй локомотив. Сейчас посмотрим. Да. Этому чуваку понадобится вагончик. И сюда треугольничек, кстати, проведем. Вот так вот. Опа. Хорошо. Забирай всех оттуда. Вообще всех нафиг. Окей. Он переполнен, но треугольник он сейчас немножечко сбросит. Туда уже идет второй двойной. Нормально. Нормально, нормально, нормально. У нас вроде хватает промежутка временного, чтобы все это сделать. Странно, что зеленая станция идет без тоннеля, без моста. А красная не хочет идти туда без моста, блин. Вот теперь тут всех забирай сверху. Ага, вот, красава, все. Вроде как немножечко пока что решили проблему. Так, треугольник появился здесь. Пока что его сюда зацепим. Сколько у меня 2 тоннеля еще? Это оставляет немножечко пространства для маневра, что приятно, но все же надо аккуратней. Так, в овальное вот эту фигню завозит только зеленый, а у зеленого только один локомотив. Так что, да, ребят. И красное, кстати, идет это тоже вот так вот. Все нормально. Нафига ты мне там? На голубой опять перегрузка. Давайте воскресенье, давайте мне как-то это все вывозить надо. И так. 2 тоннеля, допустим. Да ну ты заманал. Бах, тебя же круглое. Ну серьезно. Надо на зеленый еще одну пустить. Красный тоже надо одну, но на зеленую надо одну хотя бы потому, что вот они сюда вывозят. И один, по-моему, не справляется. Офигенно. 416. За сколько дадут ачивочку, интересно? За 500 опять же? На красной, да, красная тоже не справится, потому что туда докинули кучу круглых станций, вот этих там всего лишь 2 маленьких локомотивчика, им хреново. Давайте я сюда одного все-таки перекину с зеленым, мне кажется, так будет более правильно.
треугольников сейчас собирает, этот квадратов. Но он всех квадратов не дособерет. Вот он забился и поедет дальше сейчас. Квадратов соберет тот чувак, который поедет обратно потом. А этот третий еще пройдется и шлифанет. Нормально вроде как. На голубой резкие пики пассажиров, но их вроде успевают вывести всех, так что вроде фиг с ними. Бриллиантиков забирают, везут вниз. Всех остальных мудачьев везут вверх, все нормально. Воскресенье. Вагон дайте. Блин, сразу на двух станциях пожары, вы серьезно? Локомотив. И еще два тоннеля, конечно, на тебе еще два тоннеля. А, дайте, наверное, тогда линию. Я ее вот здесь вот закольцую. Нет, в таких масштабах это уже вообще нереально. Вы чё? Вы же не даете мне чем-то новым перевозить. Вы мне даете типа линии, типа один локомотивчик и все. Тоннели и линии, тоннели и линии, они не помогают. О, 600, кстати, в Окленде. Тоннели и линии, они не увеличивают перевозимый пассажиропоток. Они его каким-то образом улучшают, да, но, блин, вовремя ачивку дали. Менюшка, давайте в менюшку, давайте 608 человек в Окленде. Хорошо, давайте тогда еще сходим в Адис-Абеба, но в Дейлик. Вот, посмотрим, как он у нас получится. Сегодня сделаем такую игру на 3. Раз, два. Вот. И получается, что у нас сегодня финал прохождения. Как прохождение. Дальше мы еще с вами будем заходить, играть в Делики и в недельные челленджи. Игра у нас пока что останется в эфире. Я смотрю, вам она нравится. Мне, кстати, тоже нравится, поэтому с этой стороны я ни разу не против. Но как прохождение, получается, у нас сегодня с вами последняя серия. Дальше у нас будет автопати. Вот, так что смотрим, смотрим. Интересно, кстати, кто-то проходил эту игру вот вместе с нами параллельно? Кто-то еще сидел, играл? Или, ну, то есть, кто здесь собрался из тех, кто просто смотрит, а кто здесь собрался из тех, кто еще так же и играет? Кто теоретик, кто практик? Вот, ну что и то в определенной мере может приносить некое удовольствие, я понимаю, и тех, и ту, и ту сторону, и ту, и другую, вот, но все же, да. Так, не сделать ли нам вот так вот вторую веточку? Мне кажется, так было бы правильно, которая бы разгрузила. А ты вот так вот можешь? Или вот так вот? Не, вверх можно? Да ладно, пусть будет вверх. Во, вот так. Вот так прям хорошо. А, и третья веточка у нас будет вот такая. Во, прям хорошо. И настал мир, и покой, и благодать. Смотри, сколько мы... У нас 600 чем-то, по-моему, было набрано. Посмотрим, сможем ли мы улучшить свой результат, сможем ли мы дойти до него хотя бы. Не будем загадывать ничего наперед. О, локомотивчик и вагончик. Да, спасибо, вагон никогда не помешает. Это универсальная вещь. Жаль, что их дают только по одному. Вообще, на самом деле, я понимаю, что было бы неправильно пускать там какой-нибудь скоростной поезд по какому-нибудь там, я не знаю, Парижу или Лондону. Но с одной стороны, с другой стороны, давайте взглянем на вещи так.
мир сейчас выглядит абсолютно по-другому. И в том же Китае полно скоростных поездов, в той же Европе полно скоростных поездов. Сделайте эти вариации, то есть внесите в игру апдейт, что у тебя скоростной поезд можно получить также и в других городах, а не только в Японии. Раньше это была чисто японская фишка, я понимаю. Ну, блин, сейчас так уже не надо. Так, а если я... Да, вот так вот обойдемся. Без мостиков, без туннелек. У нас даже есть лишний локомотив, и мы его даже отправим вот сюда. Давайте мы тогда зеленому поможем. А зачем нам тогда зеленая линия, напомните? Да, давайте пока зеленую линию снимем. А, может быть, мы ее проведем немножко по-другому сейчас, посмотрим. Может быть, она у нас будет вот такой. Заезжай на квадрат, да, заезжай на квадрат, давай. Пусть тут будет круговое движение. И красному, по-моему, пора выдавать вагон. Всех треугольников забирал. Тоннели, да. Пока что да. Красный будет приезжать, забирать абсолютно все отсюда и увозить. По крайней мере, пока что такая математика. А потом посмотрим. Черт. Давайте мы даже, наверное, красного закруглим. Но у него получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 круглых станций подряд. 6, Карл. Надо вот так делать, иначе он не вытянет. Три, четыре, пять, шесть. Все равно шесть. Какой ужас. Треугольная станция. Вот так пока сделаем. Зеленый тоже круг. По зеленой один ходит, по синей один ходит. По красной ходят три, один с вагоном. Перекинем квадратную станцию туда наверх. Вот это нас, кстати, и погубит. Локомотив, вагон, да. По зеленой. Нужен встречный локомотив. И синий у нас идет вот сюда теперь. А чё ты мимо-то проехал? Я ж тебе вагон дал, ты взял мимо проехал. Ну, почти всех собрал, конечно, но все равно.
снимем, мы снимем вот это вот загогулину, чтобы он сюда не заезжал. Тут, по идее, красные и зеленые должны справиться. Вот уникальная станция, супер. И через нее будут проезжать все. 300 людей пока что доставили. Зеленая работает, синяя не особо работает. Давай, знаешь что, вот сюда тебя. Вези сюда. Да хватит мне кидать чертовы круглые станции, как же вы заколупали-то? Забирайте с этой, с крайней. Давайте мы им тогда дадим треугольник вот здесь, чтобы они хоть что-то разгружали на полпути, потому что все это стаскивать хрен знает куда. Так, локомотив, вагон. Разгребать тут очень много чего. А он сейчас забьет полный локомотив и не сможет здесь ничего увезти. Вообще на самом деле офигенная тема. Вроде пока справляется. Да, вот этот треугольничек стал неплохим спасением. Они теперь могут здесь загрузить его. Давай еще и второй квадрат тогда сделаем, чтобы они здесь квадраты и треугольники сгружали посередине. То есть он едет через 5 станций, потом ныряет еще в следующие там 4-5 станций, что-то такое. Чисто квадратов сейчас будет забирать, да? Тут плюсов и треугольников увез, этот сейчас квадратов будет забирать. А зачем ты треугольник? Ан, там треугольники тоже есть, ничего не поделаешь. Да как же вы заманали с круглыми станциями-то? С другой стороны, на этой карте, может быть, у нас уже и была ачивка, раз уж мы ее проходили до этого, то ачивки ждать тут бесполезно, мы сейчас просто... Блин! Не, ну вот это сейчас все лопнет, к черту. Ну смотрите, ну это ж трындец какой-то. Воскресенье. Не наедайся целиком. Блин, на красный просто трындец, что творится. Это сейчас тут хоть немножечко что-то с ним. О, уникальное это. А, вагон, да. Пытаемся спасти ситуацию. У нас на красный ездит уже 4 локомотива. 3 из них с вагонами. Выглядит все так, что там не помешало бы даже еще один вагон. О, уникальная линия, отлично. Ой, уникальная станция. Это же мечта любого человека, правильно? Круглых слишком много, и они все портят. Они прям забивают всю линию, и ты ничего с этим не можешь сделать. Мне здесь нужно было бы по-хорошему, наверное, 3 вагончика и 4 локомотивчика, по 3 вагончика. Вот тогда бы оно вывозило. Но столько игра не даст, конечно, никогда.
Чего, блин? Это делает огромнейшие перегоны и добавляет еще круг. Да, здесь, по идее, нужно бы ставить еще одну линию. Это очередное... Еще одна линия, это не значит, что разгрузка. Это что нужно еще дополнительные локомотивы, это нужно дополнительные средства. Это куча дополнительного всего, чего, в принципе, позволить, если не получается. Суббота, перейди на Федота. Федот на якого, с якого на всякого. Это просто не те масштабы, которые они могут вывести, поэтому даже просить от них этого не получится. Видите, этот забитый? Забитый, он просто пошел нафиг. Пусть их будет 4 штуки по 2 вагона, посмотрим. Треугольник для разгрузки, да, давай. Тут выкинет треугольников немножечко. И этот отсюда треугольников заберет. Хорошо, 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 хорошо. Пока что живем. Ладно, мы на самом деле 1000 насобирали. 1000 это даже больше, чем у нас было до этого. Мы, скорее всего, сейчас все-таки проигрываем, потому что у нас и зеленые, и красные станции находятся. Ну, как, в принципе, в плохом положении. Как я и говорил в прошлой серии, что... не в прошлой серии, а во вчерашней серии по этому мини-монтеру, что проблема начинается после 1000. Что тут, что там, обе игры рассчитаны, циклы рассчитаны примерно на 1000 перевезенных человек. После этого начинается такое, что ты уже, в принципе, выиграть не то чтобы можешь, но это становится крайне трудно и очень сильно зависит от удачи. А вот. Но мы, кстати, в неплохом проценте оказались, что приятно. Ладно, ребятушки, сегодня, получается, было 3 каточки, сыграли, да прошли, это можно гордо назвать финалом. Дальше играть будем, но пока что, это даже получается в делики и недельные. Пока что, думаю, на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.